Здрасте. Здрасте, здрасте. Совсем другое дело, да? Красота. Живые растения, деревянные лавки, спокойные цвета, необычные решения в освещении. Декорации будто продиктованы самой природой. Именно так выглядит подъезд на улице Горшина после дизайнерского ремонта. Цвет стен, виды материалов, буквально каждый элемент интерьера отвечает экологической концепции дизайн-проекта. Финальные штрихи, оценка проведенных работ жителями, представителями администрации и депутатами. На самом деле жители все очень довольны. Мы долго ждали этот ремонт, и наконец-то он свершился. Ура! Поздравляю всех! Будущий облик подъезда обсуждали и согласовывали с жителями. Строители старались учесть пожелания каждого. Сошлись во мнении, что зелень живая и нарисованная – оптимальный вариант для каменных джунглей. Единение с природой – то, чего не хватает многим жителям города. Пообщались с жителями, они все очень рады, все очень красиво. Экологическая концепция, лавки из дуба, деревянные потолки, все в зелени, в настоящих живых растениях. В общем, все очень здорово. Дополняют концепцию природы креативные надписи, навигация, стилизованные информационные стенды. Продумано все до мелочей. Слышим положительные отклики, это всегда приятно, когда именно жители оценивают ту работу, которую мы делаем. И вот завершился ремонт подъезда как раз в таком тематической, скажем так, атмосфере природы, все в зеленых, теплых красках, с навигацией, везде встречают и провожают надпись «Хорошего дня», «Добро пожаловать». Реконструкция подъезда в Химках в дизайнерском стиле становится уже традицией. Например, в многоэтажке на улице Германа Титова в ЖК «Солнечная система» жильцы пожелали сделать ремонт в антураже космоса. А всего в этом году в округе уже отремонтировали 153 подъезда по губернаторской программе «Мой подъезд». Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.